Лен. Немало сеют его на вологодской земле. Сеют и в колхозе передовой. Хотя и трудоемкая культура, считает его председатель Леонид Васильевич Бабиков, а доход дает приличный. Особенно, когда труд льноводов механизирован. Тракторист Вадим Тюрин, студент молочного института в Вологде, не первый год помогает землякам на уборочной. В паре с лучшим льнотеребильщиком хозяйства, коммунистом Ильей Спасенковым, они ежедневно вдвое перекрывают норму на уборке льна. Председатель доволен, добрый ли он, а такими темпами и убрать успеем. И бежит теребилка по полю, ровно ложатся льняные волки на стерню.